Приветствую всех на своем канале Акварелька. Сегодня мы в магазине экономном Светофор. Это город Димитровград, улица Свирская, 36. Давайте посмотрим, какие крутые новиночки привезли в этот раз магазин. Классные бульонницы 670 мл, 15 сантиметров в диаметре. Фарфор с деколью 76 рублей 10 копеек. Посмотрите, какие очаровательные бульонницы. И здесь можно подобрать целый комплект в двух расцветках. Вот вся информация, конечно, это Китай. Бульонница еще вот такого голубенького оттеночка. По краешку идет кайма под цвет рисунка, более темная, контрастная. И внутри светлый такой цвет, белый. Все такое гладкое внутри и блестящее. И давайте посмотрим, какие салатники и тарелочки в этом же стиле. Вот это вот, посмотрите, тарелочка более плоская. Но она тоже все равно, смотрите, не совсем плоская. Она стоит 54 рубля. Диаметр 19 сантиметров. Вот информация. Объем 370 миллилитров. Тот же фарфор. Деколь. Китай. Вот такая тарелочка. И плюс еще салатник. 510 миллилитров. Салатник. 17 сантиметров в диаметре. Тоже фарфор с деколью. И цена 57 рублей 60 копеек. Смотрите, как это смотрится очаровательно. Вот можно подобрать в таком стиле целый комплект. Получится сервиз. А также можно подобрать все это вот в такой расцветке. Нежно-голубой. Те же бульонницы, тарелочки и салатники. Давайте посмотрим. Как это классно смотрится. Так. Вот так вот это все смотрится. Так, как вот сделать классно. Такая посуда. Очень красиво, мне в голубом стиле нравится. И салатник. Цена очень доступная, выгодная. И помимо этого, смотрите, завезли кружечки по 63 рубля. Они керамические, внутри красивый тоже яркий рисунок, который вызывает аппетит, веселое летнее настроение. Цена такой кружки, вот посмотрите, 63 рубля, керамика, деколь, 360 миллилитров объем. Я в прошлом году такие кружки брала, до сих пор они у меня живые. Посмотрите, вот такой рисунок. Вот можно выбрать несколько оттенков. Их разбирают замечательно быстро. Летние веселые кружки. Очень удобные. Можно купить для всей семьи. Такой вот еще рисуночек. Внутри желтенький. Эмалированные кружки 132 рубля литровые. Кружка 360 миллилитров с глазурью, керамика 44 рубля, доступная цена. Тарелки по 39 рублей 80 копеек, 520 миллилитров объем. Салатники с крышкой стеклянные, 99 рублей 50 копеек, литр 100 объем. И вот такая ваза для фруктов 150 рублей. 2,8 литра умещается. Ваза для цветов 92 рубля. Вот такие вот красивые вазочки. Кстати, там разные. Можно подобрать рисунок и даже цвет. Попадался зелененький, синенький цвет. Вот такие замечательные салатники. Прозрачные на 2 литра. 77 рублей 20 копеек. И кастрюльки с крышкой объемом на 3 литра, алюминий с антипригарным покрытием, 600 рублей 90 копеек. С пластиковыми ручками. Так, и вот такое вот дно.
банки бакалейные объемом 900 миллилитров 99 рублей. Можно, кстати, их использовать и для косметических столиков, складывая туда ватные диски. Кувшинчики по 99 рублей 50 копеек стеклянные, а литр 700 объем. Вот здесь очень много разные. И набор стаканчиков 250 миллилитров 6 штук 107 рублей. Они рельефные. Рисунок, но сверху они гладкие. А также имеются чайники по 154 рубля. Вот такие вот чайники. Стеклянные, жаропрочное стекло, 750 миллилитров. А еще, смотрите, завезли шпаклевку. 15 килограмм, 1,5 килограмма будет упаковочка. Вот шпаклевка, но пока еще цены нету. Ждем. Сейчас, наверное, вынесут цену. Канистры по 189 рублей. 20-литровые. Они здесь сложены. Так, вот такие лавочки 655 рублей. Перевертыши садовые. Огромное количество леек тут сложено. 113 рублей. И вот в прошлый раз я показывала, что есть пруд садовый. 150 литров. Вот такие вот параметры у прудика. 788 рублей 70 копеек. Кстати, гораздо дешевле в светофоре, нежели я смотрела в Леруа Мерлен. Они очень дорогие. Органические удобрения по 179 рублей, которые нужно разводить в 1000 литрах. И вот посмотрите, садовые горшки, что вот мне необходимо. Я в фикс-прайсе купила по 199 рублей, а здесь на 12 литров и уже идут с поддоном всего 99 рублей. В общем, светофор рулит, идет впереди всех по своим низким ценам. Вот, на 12 литров 99 рублей 80 копеек. Сейчас наберу обязательно эти горшки, потому что вот мне в саду нужны они. И, кстати, есть еще коричневые цвета, белые и коричневые. В общем, опять я взяла самые дорогие. Нашатырный спирт 1 литр 55 рублей, бутылочка. И также есть укрывной материал 159 рублей. Вот он здесь. В упаковочке еще есть, я его показывала в прошлых обзорах. Черного цвета, хорошо под клубнику его складывать. 128 рублей, конский навоз. Еще одно удивительное удобрение. Так, вы знаете, заменяет 2 тонны навоза. Надо испытать. А то мы азофоски насыпали на клубнику и сожгли несколько кустов. Шторки антимоскитные на магнитиках 138 рублей. И также есть, смотрите, новиночка Персель 6. Это для теплицы, почв, погребов, а для того, чтобы это все обеззараживать. Давайте посмотрим, какие вещи. Здесь продаются джемперы толстовочка 485 рублей, но я их уже показывала. Они похожи на худи, мягкие, теплые. Я брала себе белого цвета. Вы мне говорили, что белый цвет хорошо идет. Здесь капюшончиков со шнурками, с теплыми большими рукавчиками. Цвета разные. Также вот посмотрите, брючки по 187 рублей имеются. Носочки. В прошлый раз тоже показывала вот наборы носочек. Можно тоже разные размеры подобрать. Так, цена. Носки унисекс, спортивные, хлопчатобумажные, 3 пары, 99 рублей. Я вижу черного, белого цвета. Посмотрите, появились одеяла байковые, все сезонные. Клеточка, рисунок, 100% хлопок. Размер, смотрите, 140 на 205, 725 рублей. То есть это вот все-таки одеяло большое, оно не детское. 140 на 205. Помните, раньше в советское время у меня у детей такие были одеялки. И они еще есть вот оранжевого цвета. А вот эти покрывала, пледики,
Аэрософт 160 на 200, 358 рублей. Очень такая экономная, выгодная цена. Вот сейчас летом как раз укрываться такими одеялами. Хорошо, еще я брала, здесь были простыни махровые. Тоже вот в жару хорошо укрываться такими. Ну, и здесь есть еще простынки трикотажные. 90 на 200, 279 рублей будет стоить. И 160 на 200, 351 рубль. Цвет разный, оно все это хлопок. Вот цены здесь вот имеются. Комплекты постельного белья двухспальные. Перкаль, 100% хлопок. Смотрите, цена 1235 рублей. Перкаль – это 100% хлопок. Он более прочный, но в то же время тонкий и гладкий. То есть хорошего качества ткань, хлопчатобумажная. Вот эти нравятся мне полотенчики махровые. Комплект махровых полотенец 140 рублей стоит. Две штучки. Здесь с дизайном жаккард бордюр 30 на 60, две штуки и плотность 400 грамм на квадратный метр. Вот. То есть вот нашла я вот этот ценник, вот он, 140. То есть я брала уже такие полотенца, они очень хорошие, красивые. Ну и опять завезли, смотрите, канцелярские наборы. Пенал 46 рублей, вот такой 19 на 11. С веселым рисунком можно выбрать для мальчика, для девочки. А, наборы для творчества, бумага цветная, 55 рублей. И 8 листов картона. Здесь вот смотрите, для рисования альбома также 12. То есть это целый набор. В нем, в этом наборе для творчества и цветная бумага, цветной картон и альбом для рисования. 55 рублей. Набор карандашиков. 10 рублей. Они мягкие. А сразу идут с пластиком и точеные. Тетради по 20 рублей. 40 копеек. Для предметов разных. Вот такое ведерочко очаровательное, цветочное, на 6 литров пищевой, 44 рубля 40 копеек. Кирпичного цвета и фиолетового. Так, вот в прошлый раз просили показать галоши. Говорили, что вот прошла мимо. Вот, пожалуйста, для вас галоши. Но у них вот эта вот теплая основа внутри, она не приклеена, она вот так вот вытаскивается. И что неудобно при снимании этих галош, будет вылезать эта подкладка. Ее нужно будет каждый раз поправлять. Ой, какие красивые костюмчики. Это вот эти костюмчики почем, вот эти вот с зайчиком? Не знаю, это я вообще вот здесь снизу нашла. Я для мальчиков. Они были эти, да, костюмы. Так, ведро пищевое на 10 литров 56 рублей. Ну, вот тут вот я вижу, еще есть ведра с крышкой. Так, с крышкой ведро. Но не вижу пока здесь. Машинки 664 рубля, на которых можно кататься. Большие они довольно-таки. Смотрите, сколько разной одежды. И туники, и сорочки. Я вот маме взяла вот такую вот тунику женскую. Вот смотрите, вот она такая вот, ну, похожа на сорочку. Она такая приятная к телу, очень классная, с рукавчиками вот такими вот. Так, это, наверное, сорочка все-таки, я думаю. Вот цена у них, смотрите, 163 рубля сорочка. Туника женская 187 рублей. Вот такие цены. А это здесь Омск, 100% хлопок, футболки мужские с принтом 231 рубль. Так, это вот туника, наверное. Так, тут немножко все перепутали уже. Вот все лазят, ищут свои размеры. О, смотрите, какой принт крутой. Но здесь с длинным рукавом. Так, это с длинным рукавом. Да, вот, и с длинным рукавом, правильно, до 54 размера можно выбрать. 231 рубль 60 копеек. Шортики мужские, купальные, полиэстер, размер 48 по 56, 165 рублей. То есть вот для купания. Так, ну это хлопчатобумажная, где же для купания? Вот,
Ой, это вот такие вот, смотрите. Вот они для купания шортики. Здесь на резинке. Так, есть ремешок. Вот шорты мужские. Вот они выглядят вот так вот, полиэстер. А вот эти шорты трикотажные мужские, тоже до 56 размера. Они уже идут с кармашками. Здесь с рисуночком сбоку. Наверху, я смотрю, здесь резинка, что удобно. Так, и стоит 232 рубля. Так, а это вот для купания. Ну, для купания, конечно, очень такие. Уж загорать у них не сможете, точно. Так, спальный мешок. Вот он, его развернули. И одеяло. Это два в одном, 658 рублей. Гамаки классные, 331 рубль. Брать с собой просто погулять в парке, привязать к дереву, как мы делали. В общем, классно, можно отдохнуть. Так, вот такие коврики для фитнеса, 198 рублей. Но для фитнеса тут имеется еще... Так, для пресса был ролик, не вижу сейчас уже. Но смотрите, имеется матрас надувной одноместный, 699 рублей, вот такие вот размеры. Так, знаете, это вот что хорошо, наверное... Плавать на нем тоже будет хорошо. Не только отдыхать, но и плавать. Вот тяжеленькая коробка такая. И за 1047 рублей можно купить вот такое кресло. Оно деревянное. Вот кемпинговое. Я показывала в прошлых обзорах. Здесь вот его сложили.